Сургутский район стал победителем в номинации «Высокое качество планирования и исполнения бюджета» на 15-й Всероссийской конференции «Местные бюджеты в современных условиях». Форум еще и площадка для дискуссий профессионалов и ставит задачу поиска лучших решений финансовой политики муниципалитетов. Годовой объем промпроизводства в Сургутском районе составляет 1,5 триллиона рублей. Инвестиции в основной капитал – 240 миллиардов рублей. Здесь выпускают четверть всей сельхозпродукции в Югре. Добывается 70,5 миллионов тонн углеводородов. Бюджет Сургутского района составляет 13 миллиардов рублей. Дефицит меньше 1%. Собственные доходы растут, а муниципалитет не имеет бюджетных кредитов. У людей есть запросы, которые связаны с их качеством жизни. И поэтому вот у нас есть вот такая управленческая технология, бюджет развития. Туда включаются расходы, связанные с решением жилищных вопросов. Там же включены расходы на ремонт и инвестиции в объекты социальной и коммунальной сферы, дороги, благоустройство, то есть то, что непосредственно интересует жителей.